Всем привет, меня зовут Марк Шишлёв, музыкальный лейбл Control. Сегодня я записываю видео для участников фестиваля Metagalaxy, для тех, кто присылал свои заявки на прошлые фестивали и для тех, кто следит за развитием событий. Ежегодно 100 коллективов в среднем участвуют в фестивале, и на самом деле нас много, но в трип-хопе нет единства. Я занимаюсь... Моя работа – это связь с общественностью, пиар, маркетинг. Я работаю на многие крупные федеральные компании. И этот опыт, который я там получил, я хочу использовать в фестивале Metagalaxy. Поэтому знаю, как сделать событие таким, чтобы о нем писали многие СМИ, чтобы его посещали зрители и чтобы это событие было реально значимым, знаковым. В этом году планируется фестиваль в городе Санкт-Петербург. И он планируется 2 дня. И имея двойной ценник за аренду звука и зала, мне теперь одному не справиться. И я хочу обратиться к вам за поддержкой, чтобы фестиваль был, чтобы эта удивительная история не закончилась. Объясню, какая выгода для вас может быть. Ну, во-первых, это участие, что, возможно, ваш коллектив пройдет большой тур, и вас будут оценивать легенды трип-хоп-музыки, наша авторитетная жюри. Фестиваль выгоден не только тем коллективам, кто принимает участие в событии, но и тем, кто занимается трип-хоп музыкой в целом. Потому что, имея большое и значимое событие, многие организаторы, региональные или федеральные, обращают внимание на такие молодые коллективы. Неважно, с какого вы города принимаете участие в фестивале или нет. Проект выгоден абсолютно всем. Грустно осознавать, что по факту фестиваль нужен командам. Но когда вопрос касается непосредственной поддержки реальной, в данном случае денежной, то тогда многие люди сливаются. Это очень грустно, ведь вместе можно делать большие проекты. Мне нравится модель развития рэп-музыки в 90-х. Их сообщество сделало так, что они помогают друг другу, просто порвали информационное поле и сделали так, что хип-хоп стал самой популярной музыкой. Я не хочу сказать, что нужно к этому стремиться, но некоторые вещи нам стоит подчеркнуть. Они тусовались все вместе, помогали друг другу, проталкивали радиоэфиры с продажей дисков, дистрибьюцией. Многие эти моменты клановости, сообщества, взаимопомощи нам нужно использовать. Трип-хоп имеет большой кризис, у нас много, но мы как-то все по отдельности. Metagalaxy будет жить, если мы сделаем это все вместе. Для того, чтобы поддержать проект, нужно отправить всего лишь 100, 200 или 300 рублей на сайт Boomstarter. Сбор средств продлится до 1 августа. Ссылка на Boomstarter в описании к этому видео. Поддержите проект. Я думаю, у нас все получится. Мы сильны. Спасибо.